Перейдем к новостям за эту неделю. Людвиг наконец топнул стрим после 700 часов прямого эфира, набрал больше 280 сабов, побив рекорд Твича. Блядь, прикиньте, вообще просто чел такой, 290к сабов, чуваки. Пиздец просто вообще. Обогнав ниндзю, круто че, вот бы вражки так сабались. О, кажется, наш корреспондент вышел на связь. А что вы скажете по этому поводу? Набрал 300 тысяч сабов. Ну, когда спал, соответственно, там была... Блять, начинающий стример, блять. Фишка, что он спит, срет, но это все параллельно тому, что люди сабуются на него. То есть стрим продолжается, если прилетает сабка на какое-то время. Ждем, пока Хесус обосрется и закончится. Кто меня снимает? 89-й сквад проводит благотворительную неделю в поддержку больницы имени Дмитрия Рогачева. Все денежки пойдут на девайсы для детишек. Мы, кстати, респект. Мы уже все, мы собрали. Турниры по закончили уже, пока видос выходил. Неплохие такие призовые КСТА. Став Рутвича будет поддерживать ивенты, проводимые стримерами. Вайтер написал об этом Мелхарукойсу и попросил уведомлять о новых ивентах. Бля, вот пиздец нахуй, неужели нельзя было, блядь, вот просто язык за зубами держать? Ну вот это так сложно, блядь, или что? Вы знали, блядь, всем написали нахуй. Но только Мелхарука заложил контору, блядь. Типа, чё, блядь? Мне сегодня Вайтра написал, говорит, если будет какой, будешь какой-то ивент делать, или вы с ребятами, обязательно напиши заранее, чтобы мы как Twitch поспособствовали чем-то. Twitch хочет поощрять нас, стримеров, если мы делаем сами ивент без них. Очень хорошая новость для Рутвича. Держите в курсе. Идем дальше. Что там про бассейны? Блять, смотрите, следующая новость. Опять ее забанили, ебаный в рот. Ничего человека вообще не учат в этой жизни. Стримерша Инди Фокс. О, кстати, оператор и этот режиссер, кто у нас там в студии, блядь. Выведите картинку вот это, пожалуйста. Посмотрите на... Look at this пиздец. Look at this пиздец. И ее... Забанили, не поверите за что. Ее забанили не за такой прикидончик. Ее забанили за то, что она выдает випки за сабки. У меня все. Я не могу ничего больше комментировать. Пиздец, мне еще, блядь, следить, какую там женщину забанили за что. Мне вообще как бы делать нечего в этой жизни. Я вот сижу и жду новости такие подобные. Я зашел, передернул и вышел. Twitch предоставил новые правила для стримеров за пределами площадки. Вот они. Только вот непонятно как... Ну-ка, бля, я, кстати, это не читал. Теле, приведшие к смерти вооруженный экстремизм, терроризм, вербовка. Бля, ну это пиздец, типа. Это как бы само собой, наверное. Реальные или высоковероятные угрозы в адрес Твича и его стафа, действия которые непосредственно и однозначно создают угрозу физической безопасности участников сообщества Твич. Например, угроза насилия на мероприятии Твич. Хуй они влезают в ИРЛ, ведь это вторжение в личную жизнь. Статья 137 и 138 УК РФ. Какая там у нас следующая новость? На сраном паблике в сратом Twitch News высрали, что активизировались какие-то выблядки, которые накручивают зрителей, а еще накручивают фолловеров. Всем поебать, если бы эту новость не писали, но мы должны были ее сюда добавить. Поэтому так всем и есть, всем поебать. Кстати... Твич начал удалять учетки ботов с помощью своего ИИ. Нашли уже около 8 лямов и приняли меры, заблокировав все. Да, у меня, короче, знаете, сколько у меня ИИ вот этих вот ботов отписало? 146 кусков у меня улетело, прикиньте. Я вообще охуел, может даже 200. Я такой думаю, нихуя себе, блять, вообще пиздец. Ну типа это пиздец как много, если чё. Это за всю историю, блядь, сколько я стримлю. Меня, видимо, подписало, блядь, 146 тысяч ботов, блядь. Да, я видел, что у XQC вообще 2 ляма улетело. Но все равно, типа, прикиньте, для СНГшного стримера 146 кусков ботов, блядь, улетело просто нахуй. Я вообще не думал, что у меня их столько, блядь, может быть. Аккаунты. В результате у некоторых счетчик фолловеров уменьшился. Но ведь это боты. Похуй плюс похуй. Бустер планирует провести стримерский марафон. А ну, короче, 12 числа мы делаем марафон. Я еще не знаю, кто в нем будет участвовать, но мы будем стримить до тех пор, пока... Так он уже сделал марафон, да?
кто-то не актуалочка стримить, не вырубит. Ну, лучше выходные, да, типа, что лайв 24 часа, но я думаю, больше получится. Мне кажется, мы точно больше 24 часов просидим. Нет, скоро будет делать коррекцию зрения. Буду делать в ближайшее время. Но еще думаю попробовать сначала линзы. Меня бать, очень утешило то, что можно по одному рядом глазу вот сделать. То есть, типа, сделал один, а все нормально, второй. То есть на оба глаза не ослепнешь. Мне это прям супер порадовало. Есть какой-то страх остаться слепым все-таки. Получается, приколы с вилкой в глаз скоро будут актуальны. Закончился шахматный турнир PogChamps.ru. Поздравляем победителей, идем дальше. Макрица наконец топнул аниме и провел шоу «Интуиция». Хороший формат. Не новый, но иногда такое хочется посмотреть. Twitch представил новый мерч. Лампу в виде логотипа за 35 бачей. От себя скажу, что выглядит убого, как будто Салик и заказал. Хотя, возможно, так и сделали точка их. К стримеру, который играл в хоррор и иногда кричал от страха соседей. Ну я хуй знает, мне лампа понравилась, кстати. Типа, по приколу ее повесить, ну типа, неплохо. $35, это ж сколько, сколько в рублях, пацаны, $35? Да не, не дохуя. И вызвали мента в квартиру, подумав, он в опасности. Четыре человека, прикиньте, блядь. Все с один с автоматом, нахуй, трое с этими, с пистолетами. Я аж охуел. Я говорю, вы могли просто постучать и сказать? Он говорит, я думал, там на вас нападают. Враги, какого? Короче, я наигрался, идите нахуй. Сильверни ему провели 4 успешных операции в области паха. Была тянущая боль. Они на пару храпят, встречу. Влад КС, ты уже стримит. Желаем скорейшего... В чем прикол минус яйцо, я не понимаю. Становление. Передаю слово. С предыдущей новости помните женщину? Так вот, она стала... Да похуй, забыл я. Стала, блядь... Ну, короче, позвала себе в бассейн мужика, значит, которого запахивает... Да, чтобы вы знали, блядь, чтобы вы знали, короче. На полном серьезе, блядь. Вот как записал, так и отдал, блядь. ...или за то, что он взял телефон в руки, когда находился на гоночном треке. И, в общем, его забанили. Бан удалось сократить до 3 дней, но он в своих соцсетях высрал, что если его разбанят, то проведет, значит, он стрим в бассейн. Я считаю, я такое одобряю. Мужики в нижнем белье, это заебок. Но знаете, в чем одна проблема? Там присутствовала в бассейне еще одна девушка, которую мы с вами слышали в предыдущем выпуске. Вот теперь у меня реально сраку рвет. Twitch вырос почти в 2 раза, и Facebook Gaming догоняет YouTube. У Ютуба только 27%. Охуенный перформанс, чуваки. Ну, пижа вышла с 2 ведущими, ну типа... Просто. Ну это и просто типа кринжовые вставки, блядь, это вообще имба, да. Я считаю. На Ютубе каждый второй уже сидит, а вот в помойку Фейсбука люди только начали заходить. И да, покажите мне человека с СНГ, кто стримит там. Лол. Вот тут новость пиздатая, да, которую решили, значит, не добавлять, но я ее добавлю от себя, если что. У Братишкина скоро открывается проект под названием Нау. Да, блядь! Под названием не помню свое, ебаный в рот. Так, еще раз. Заново, режиссер. Проект Аура РП. Да, спасибо. Аура РП открывается. Сука, я на полном серьезе, чуваки, забыл название. Мне, блядь, сел, и контора такой говорит, блядь, чел, Аура РП. Я такой, а, блядь, а спасибо большое. Братишкина, значит. Заходим, все играем, сервер будет заебись. Говорят, что еще Шевцов там что-то готовит, но всем похуй. Главное, Аура РП. Скоро откроется. Итак, подошли к номинациям. Вот так-то. Наши любимые. Хотите, я опять покажу? Блядь, не получилось. Вот теперь, сука, кринж. Кринж недели забирает. Отвечаю. Отвечаю на вопрос, типа, братик, тебе бы лучше уже постричься. Значит, единственная причина, почему я не стригусь, это потому что мы с Хесусом запланировали вчера. Хесус будет строить мне башню. Еще, наверное, Гайку позовем, она будет меня красить, блядь, поэтому вообще будет пиздец. И мы вот так стрим будем проводить.
Типа, я просто думаю, мои волосы, они ж, ну, типа, длинные. Вот, если мне Хесус башню построит, типа, заебись. Вова Лапет, Ровы Банк из Байства. А? Мне лично пришла с пузырями под фиолетовым скотчем. Лапа, какой лапа, блядь? А, я понял, лампа. Сейном. Ну и сочетание. Ух, я уж думал, он на мерч напиздел. Уважаю мужицкое любосей. Ты что, охренел? Ну вот какие дряблые сисечки. Я стример. И я профессионал. Давай вообще с тобой поговорим о играх. Мы же стримеры, мы игровые стримеры. И было бы здорово немножко окунуться в мир геймплея. Мы не игровые стримеры. Мы занимаемся хуйней на стримах. А, ну ладно. АФК недели забирает Дмитрий Ликс. Прародитель АФК стримов с Орлом и Решкой. Вставлять не буду, ибо канал Пятница накидывает страйки. Просто поздравлю. Игровой топ забирает Везунчик на Пчелкине. Поздравляем. Я, ну я же играю в рот на Xbox. Коля расскажет. Нихуя, не, блядь. Это правда, алло, это правда. Нихуя себе дает, блядь, старый. Блять, я думал, у меня YouTube реклама выскочила. Хотел крестик найти, думал, пиздец. Новое не придумали. Они только одну так, может, они, слушай, они, мне кажется, я слышал о таких ребятах, это ребята, которые тренируют. Ебать, старый выдал. Шип недели забирает две пары. Это Байвел с Дисаутом. Дупля сами находится. Чё, в смысле, блять? Я сейчас орну, если вторая пара будет, это Байол с Шадукехом. А? Никто не... Никто ничего не видел, это фотошоп. И шадоукик с гаечкой. То есть ты можешь согласиться, можешь отказаться. Блять, но... ну это свободное отношение называется тогда, получается. Бля, старый не в курсе просто. То предложение... Погоди, сейчас сердце ёбнет. Погоди секунду, Даш. И это ещё энергетика? Даже... Да, я перепил энергетика. Даш. Даш, давай встречаться. Как-то странно все получилось. Ну ладно. Коллабу недели отдаю братишкину Гвину и Лексу. Ой, блядь! Ой, блядь! Нихуя! Ибо нехуй выебываться, блядь. Ну чё там у тебя? Перевернуть можешь тебя? Новость недели. Бля, короче, я да, извинюсь, что вчера, блядь, такая хуйня произошла. Вчера должен был, ну, я вам позавчера наобещал, а вчера я должен был в 19:30 запустить уже. Поняли, да, в чем прикол? И в итоге, блядь, я что-то злой там у Дины сидел до 8, а Ликс мне ответил в 20:11. Я типа такой, бля, я такой думаю, бля, я бы тогда на ДР не купил, ну, не успел. Я поехал, цветочки купил. Короче, я все успел. Приехал вовремя вчера. Наелся, так бы не успел. Спит. Сука, где ГГМ? Я сухо с операцией на бупсах. Наркоз это вообще не больно. Какой размер? 2.5. Мне тяжело дышать. Короче, такие реальные биг-буруви. Ладно, ладно, там трое. Чё, вмазанное чешо, бля, не пойму. Бля, пиздец, пацаны, наркоз вообще, это такая тема жесткая, ну и нахуй. Ну тут я не мог пройти мимо. Маму неделя отдаю злому. Что, курва, ты тут не спишь? Нахуй! Нахуй, мини твоя карта, сука, блядь! Всё, грубняйте! Ша! Лови, мат! Блядь, курва, убью нахуй, блядь! Вот, хуй на утром, блядь! Он не ехал, блядь, на него наезжал, блядь, блядь! Нихуя так не буду, блядь, если там два слова скажу, блядь, дурак, блядь, не пизделенька меня,
блядь. Анекдот. В этом году турецкие ученые разработали очко барана. Ой, блядь. Плохой, кстати. Приготовили пальчики. Паста недели. Моя мама прекрасная женщина. Вчера врубил ей твой стрим. Спасибо. Но я не видел ее уже недели две. Говорят, зависает в компьютерном клубе 24/7. Пацаны, вы неправильно делаете. Вы все делаете неправильно. Пасту надо изначально писать, а не потом, когда выскакивает этот момент. Вы все пасты проебываете, я вас держу в курсе, если что. Постоянно говорит что-то про Twitch контору. Может быть, ты знаешь, что это? Загугли, пожалуйста, у меня Android. Молодцы, форсим везде. Тем временем подобрались к вашим клипам. Блять, пиздец, этому клипу 90 лет. Пусть собирает. Ебать, он стримил параллельно, я забыл. Бля, прикольно. Прикиньте, у человека была возможность ставить порталы. Ну, вообще, кстати, без рофлов, я вам расскажу. Ну, типа, только никому не говорите. Ну, без рофлов никому не говорите. А, уже есть телепортация. Уже есть телепортация, уже есть. Когда... На примере стакана. Стакан расщепляется и в другом месте появляется. Уже такое есть. Ребята, размышление. А что, если человек сможет расщепляться и назад восстанавливаться? Будет ли это тот человек? Или это будет другой человек? Но ты же сознание, блядь, не соберешь, наверное, назад. Скорее всего, он просто мертвый, блядь, появится. Откуда, блядь? Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Ты заебал! Полигонка жизнь, блядь. Ладно, пожалуй, мы не будем пока заходить на какие-то сайты. Меня кто-то, блядь, спалил, что я вообще, типа, заходил на порно и порно в VR. И там, типа, имя Алина было. И все такие, ух ты, блядь, он даже порно с Алиной смотрит. Настолько бред. Ну, порно-актрису Алина звали. Что такое пассив? Это когда тебя ебут. Придумал новый коктейль. Я как-то пришел, короче, к этому. К Максу, я не помню. Вчера, что ли? Да когда я приходил? Короче, я... Не к Максу, погодите, напиздел. А, пришел вчера к Тане. Главный пиздолист там у Тани с мечом. Угадайте, кто? Джибой, короче, да. И там сидел, выебывался Тинвейв. Короче, я какой-то вкид сделал, и они вдвоем начали, бля, сраться прям на протяжении минут 30. Визжать. Короче, Джибой забанил Тинвейва. Тинвейв сказал, ты чё, охуел, блядь? А потом я сказал, сейчас придет Меброс, и вы все будете сосать. На что Тинвейв сказал, Меброс подо мной ходит. Я говорю, я ему передам. Он сказал, передавай, бля. Ну, Инвейва тут нет, как вы видите. Я вот к чему. Просто супер нахуй топ тема. Бля, забанил. Берете водку. Тихо, блядь. Блядь, почему она в сперме? Ну скажи. Да, а сейчас, блядь, там запрещенки, нет, там, там нет запрещенки в казахском. Если запрещенка, то это на ширгам. Выверну пизду наизнанку. Ам, это пизда, а шагарам вытащу. Типа того. Это он кому, это мне? Ну, отметил тебя. Блядь, кутагам визжиме на... Ну, кстати, мы еще проверили, что типа... Блядь, такой смешной язык, пиздец. Ты все еще дуешься на меня, что ли? Да. Чё? Джибой, я на тебя вообще
Я вообще на тебя никак бы не, ну, обиду не держу, понял? Ты такен ровный, в отличие от Тинвейва. Я специально ровный. Какая у тебя писечка здесь? Моя писечка. Ага, понял. Не трогаю. Так, ящик для хранения вы... Ему похуй. Ну, буду делать вид, что ничего не случилось, и дальше заниматься этими делами тут сам. Нихуя. Это новый ТикТок Антоши, что ли? Блять. Если сейчас колу воткну, так вот наше будет. Ебать, это опоссум? А, это киев! А, это тюлени. Хуй лучше на Миброзе. Отдайте мои выигранные деньги в шарах, которые я должен был еще 3 месяца назад получить. Миброз, ты кому торчишь? Погодите, стоп. Я правильно понимаю? Миброз также в шары на бабки играет. Или просто чел методом руками Миброза сейчас ко мне обратился? Этот медиакоротыш, блядь, тоже играет шары на бабки? Он еще и сапку должен кому-то. Какое число? Миброс, а я тебе не переводил зарплату, да, за этот месяц? Он не украинец! Он украинец, блядь! Давал? Ну ладно, ты напиши, когда не давал. У меня 10 такой батлов, 7 побед, 3 поражения и 3, блядь, из них хах... 3 из них украинцам, блядь! Ах, смешно. Я хотел просто посмеяться, типа ха-ха. Жми рычаг, посмотри у тебя, где курьер. Сюда, мои. Да, ну пиздуй к нему. Только не трахайся с ним, на ротик можешь взять чисто за место оплаты заказа, слышишь? Да ебал, вот я тоже. Бля, такая ебал вообще. Че, сам боялся? Да в пизду. Че произошло? Ханди куда-то упал, блядь. Смотри. А, понял. Да блядь, мне это было видно. Бля, Антону нахуй 5 секунд нужно, чтобы встать, типа, не издевайтесь. Бля! Слушайте, ну типа, бля, это уже превращается в такой пиздец, что, мне кажется, надо, бля, выкатывать новые правила. Типа, это уже нихуя не смешно. Настолько не смешно, что, блядь... Чё за пиздец? Я стоп-кадр сделал. Да не, ну правда. Это какой-то, ну хуйня какая-то нездоровая, мне кажется. Wake up. Wake up. Wake up. He's behind you. Run, run, he's behind you. Run, 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 run. Прикол, блядь. Видите, она что, видос смотрит или она играет? Ты а, нет. У него лицо обосранное. Блять, это что? Это же не в квартире в ванну залезть, блять. Там мужики могут присоединиться. Батя Гайки пришел ебануться. Че? Бля, это так охуенно, что еще раз надо посмотреть. Ой, погодите сейчас. Чё? Что делаешь? Стрим, прямая трансляция. Мяу. Сколько у тебя посмотрит? Ну сейчас 100 человек смотрит онлайн. И чё? Так
Что? Ну, мне так очень не нравится. Что? Кто нос сломал? Ударился. Ебали. Да, в смысле, ебали? Да, я так и проделался. Бля, пиздец, нахуй, Зина, блядь. Ну, ну ты же знаешь, где ты живешь, бля. Ну ебаный в рот. Че ты до людей доебываешься? Да, блядь, ну у нас же быдло одно вокруг везде. Вот это, а чё ты крашеный, блядь? Тебя чё ебёт вообще? Садись на скутерочек и езжай, блядь, в жопу свою. Я вообще в ахуе. Ну да. Я ж вас не трогаю, типа, в чём проблема-то? Ну, бывает. Чё, прям дома, блядь? Да бывает. Бля, я хуй знает, это вообще какое-то дерьмо. Бывает нас это. Да. Не надо. Ну а чё, вы тоже вдвоём катаетесь, чё? Чё, блядь? Это как-то даже не смешно, блядь, это... Пиздец. Я думаю, если бы он просто шел, ну, типа, они бы 100% доебались бы. Надо... Вот, вот где он в жопе какой-то живет, надо валить оттуда. В Москве более толерантный опыт. Обычное быдло, блядь. Ты... Вот, вот он такой, ты чё, крашеный, чё, в жопу долбь? Тебя ебёт вообще, я не пойму. Он сам подошел. И чё? Вот какая разница вот этим кентам? Просто ответьте мне. О, терактовая ваза у меня есть. Какая, блядь? Терактовая ваза, так и называется. Твоему скину, блядь, подходит. Бля, вы охуели такие клипы вставлять. Хотя это ссылка Лента.ру, ща. Ха-ха! Это Якста. Ну да, Якста. В общем, я пошла на SF на МИД, и, короче, я какую-то заказала мангу, какой-то сапог заказала. Манго, только манго. Мне сказали раз, два, три, четыре, еще один. Нажимаешь на Z, у тебя так оп-оп-оп, так мана-мана синяя, такая ву-ву-ву-ву. Потом ты, короче, хочешь, надо добивать грибов, если не успеваешь, нажимаешь на S, и так хоп, а все, драться не хочу. И потом, короче, начинает к тебе подходить чел, нажимаешь E, нажимаешь V, называешь Q, а потом... Себя увидишь. Бля. Уверенней за то, что ты будешь ловить взгляды, блядь, со стороны противоположной. Да нет, потому что ты смотришь в зеркало, и ты себе нравишься. В зеркало еще можно смотреть. А почему ты себе нравишься? Если бы люди придумали не косметику, а мазать на лицо говно, ты бы намазалась говном и такая, блядь, какая я охуенная. Понимаешь, о чем я говорю? Нет, Вов, ты другой. Почему это другое? Души, блядь. Нет, это правда. На этом стриме было охуительно все, ребят, я вам так скажу. Нет, ну я поясню свою позицию более корректно. А почему девушки красятся? Ответьте. А мужчины в основном нет. Да. Вопрос хороший, я тоже не знаю, типа. Потому что так было принято изначально. Понимаете? Вот и все. А кто это придумал? Кто первый придумал косметику? Ребята, вы какую-то хуйню в чате пишете. Я говорю, кто-то изначально придумал косметику. И теперь каждая девочка растет, смотря что мама красится. И это вот так вот происходит. Понимаете, о чем я? Из этого исходит стереотип, что мужики не красятся почему-то. Хотя, если тебе по кайфу, ты можешь это делать. И это относится к быдлу, который этого не понимает. И такая, типа, видит, мужик покрасился, и такой... Ты чё? А ты чё покрасился, блядь? Поняли, да? Если бы у нас в обществе все красились, то быдло бы более нормально реагировало, мне кажется. Короче, блядь, сложно объяснить. Понимаете, о чём я? А, да, я покрасился, и чё? Я так хочу. Да, у меня есть парень Хесус, я так хочу.
Что дальше-то, блядь? Чё хочу, то и делаю, ёпта. А что такое поел говна? А, блядь. Йоу, дюд. Не подсказывай. Пришли кломаки жестко навалить под битло. Мама ломаки тосая хуйло. Мемори-карт. А у меня, кстати, я четко в бит положил. Медиа-карт, флеш-карт, карт-ридер, сидер, гнойный. Аааа, блядь! Ты вообще еблан! На этой замечательной ноте можем закончить выпуск. Так, я Володя, ну все, я знаю, что говорить. Так, вечер в хату. Поехали, блядь. Я вовремя успел или опоздал, как обычно, ебать? Пиздец, ты вовремя. Ладно, посиди пока. Так, о чем это я? А да, набираем 10к лайков, и я начинаю делать следующий ролик. Посмотрим на вашу отдачу, а я пошел спать. До следующей недели. ББ, обнял. Ну, последняя фраза была кринжовая, потому что я не знал, как ее обыграть, поэтому ее несколько раз записывали. А как вам идея с двумя ведущими, вообще имба, да? Можно будет еще стримерочков набрать, типа, и вообще кайф был.